Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня какая-то уникальная дата. Чем она уникальная, сказать не могу. Но сочетание 12 дня, 12 месяца и 12 года поистине завораживает. Может быть, наши гости смогут вам объяснить, что оно означает. С вами канал ЕТВ, Ольга Новгородова и передача «Качаем права». Сегодня мы поговорим о лидерах. Кто это такие? Что они делают? Чем они отличаются от обычных людей? Стоит ли вообще быть лидером? Я напоминаю, что мы выходим в прямом эфире, поэтому вы можете задавать вопросы, писать сообщения на сайт yekburg.tv, обращаться к нам по скайпу ekb_tv или звонить прямо в прямой эфир. Сегодня у нас много экспертов, все интересные, все занимательные люди. Пока их озвучиваю, хочу порассуждать на тему лидерства. Почему-то мы считаем, что лидер – это тот, кто умеет громко кричать и махать шашкой. Ну и, соответственно, за ним идут люди. На самом деле, немножечко другие они, эти лидеры. Возможно, им живется хуже, чем нам. Возможно, им живется сложнее, чем нам, обычным не лидерам. Кстати, мы еще разберемся, лидеры мы тут все собрались или нет. И стоит ли вообще быть лидерами? Например, у меня папа абсолютно конкретный лидер, мама абсолютно конкретный не лидер. Но жизнь поставила все так, что они по жизни занимают совершенно другие позиции, нежели чем диктует их натура. Действует ли это на их нервную систему? Не действует. Надо разобраться. Я надеюсь, что наши гости нам в этом помогут. Пока они одеваются, проходят. Вот давайте по очереди буду представлять. Садитесь, пожалуйста. Владимир Дягилев, директор агентства развития регионов, житель Екатеринбурга. Наталья, проходите, пожалуйста, садитесь. Житель Екатеринбурга, лидер, человек, который сделал себя сам. Он будет, я думаю, спорить с нашими экспертами, с их научным подходом. Наталья Родионова, психолог, тренер. Вот с Натальей в том числе будете спорить. Батуев Сергей, тренер по лидерству и команда образованию. Зачем нам команда образования? Не надо было это говорить. Нам это важно или нет вообще? Конечно, для лидера важно. Команда образования? Конечно. И у нас на подходе Бардунас Константин. Нам очень повезло. Это бизнес-тренер, приехавший в Екатеринбург по делам. И у нас нам удалось его уговорить, нам удалось его застать. Вот он, я думаю, будет больше всего рассказывать про лидерство. Наталья, именно вы обратили внимание на эту красивую, замечательную дату сегодняшнюю. Она что-то вообще значит? Константин, здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот ваше место. Ну, для меня эта дата поиграть. Я сегодня в 12 часов 12 минут дня загадала желание. Оно наверняка сбудется. Другой вопрос, сбудется ли оно, говоря только потому, что я вот об этом вспомнила. Ну, вообще, это, знаете... Наталья, извините, вам пока настраивают звук. Константин, вы рассказывали, чем интересна сегодняшняя дата, в том числе для лидеров-бизнесменов. Расскажите, пожалуйста, всем. Ну, если взять 12-12-12, цифры складывают. Нумерологии. Так же, как, например, можно взять имя любого человека, и по нашему алфавиту А – это номер один, да, то есть буква Б – это номер два, и затем складываются, и получают общее число. Ну а дальше смотрят, что это число означает. Ну, если мы с вами этих шесть цифр сложим, мы получим цифру 9. 9 – это совершенство в нумерологии. Это означает, что сегодня можно заключать любые контракты, подписывать любые бумаги, собираться на вот такой вот великий хурал, который здесь собрал. У нас сегодня совершенный эфир. Совершенный эфир. Да. Хорошо, тогда расскажите, раз уж мы с вас начали, друзья, подключайтесь. Боюсь, что не смогу к каждому лично обращаться, поэтому сами включайтесь в разговор. Неужели лидерские качества можно развить? Говорят же, человек, он лидер по натуре. И неужели эту натуру можно изменить? Постоянно там совершенствуясь, занимаясь чем-то, упражняясь. Это вопрос, рождается лидерами или становится? Например? Но психологи спорят об этом уже лет 40, как минимум, так во всем мире. Считаете? И делятся на приблизительно по правилу Парета на 20 на 80. 80% считают, что ими становятся, 20% считают, что ими рождаются. Я считаю, что любой человек в разных ситуациях бывает лидером. Кому-то просто это проще дается, кому-то это дается сложнее. Но, безусловно, лидерские качества развивать можно. Вопрос, на какую аудиторию мы работаем. Вообще, лидер, вот вы не случайно говорили, команда образования, да, лидер без команды – это не лидер. Это изначально понятие
Нет команды, нет лидера. Подождите, почему? Я готова поспорить. То есть, если человек лидер, с ним обязательно должна быть толпа, которая за ним бежит. А если я одна, я лидер в чем? С кем я лидер тогда? А сама в себе. Но тогда это немножко другие черты характера. Так. Это, наверное, имеет смысл определиться с понятийным аппаратом, да, что мы подразумеваем под словом лидер. Да, вот лидер. Кто такой лидер? То есть, если там брать как перенос из английского языка, это тот, кто идет впереди, да, лидирующий. Mm-hmm. А опять же, впереди чего? Толпу баранов тоже кто-то возглавляет, лидер он или не лидер. Если обязательно, да, кто-то должен быть во главе, во главе кого и чего. И в данном случае лидер ли это? Или, может, это вожак? Подождите, мне все-таки кажется, что лидерство, оно начинается с самого себя. Но на данный момент у меня нету толпы последователей. Лидерство и лидер – это разные вещи, по сути. Потому что лидер – это человек, а лидерство – это, условно говоря, да, это действие или проявление этого человека в определенной среде. Поэтому лидер сам по себе, действительно, тут можно взять разные сферы жизни, в которой мы живем. По сути, не надо иметь всю толпу, достаточно иметь, например, два человека. Даже семья из двух человек – это уже какая-то команда, да? Это муж и жена, и в ней всегда есть лидер. Тот, который идет впереди, да, тот, который указывает. Точно так же он проявляет какие-то свои качества. В этом плане... Хочу быть лидером в семье, научите меня. Вам надо? Да. Я потом об этом подумаю. Мы подумаем об этом завтра. Давайте разберемся, кто такой лидер в семье. Да, такое ощущение, что лидер в семье – это такое понятие, знаете, статичное. Что вот там муж... лидер или жена лидера, все остальные вот так вот под ним под дудку ходят. На самом деле лидер – это тот, кто что-то предлагает, выдвигает какие-то идеи и берет на себя ответственность. Это же надо не бояться. Вот. Я хочу сказать, что действительно одно из главных качеств, наверное, лидера – это ответственность. Это человек, который берет на себя ответ за свои действия, за те слова, которые он говорит, и потом держит ответ. Константин, как научиться брать на себя ответственность? Было бы чем отвечать, наверное. Вы же наверняка на тренингах учите, правильно? Функция. Мы учим на тренингах, что любой бизнес, если взять, там есть три функции. Функция силы, функция ума и функция креативности. Вот лидер берет на себя две функции, которые он не может делегировать никому. Это функция ума и функция креативности. Что такое функция ума? Это анализ того, что сделано, то есть прошлое. Почему вот так, а почему не по-другому? То есть аналитика вся. Функция креативности – это как сделать по-новому. Соответственно, лидер видит проблему, это прошлое, либо видит проблему в будущем, которая наступит, и он находит способ ее разрешения. То есть другие не находят, он находит. Вот эти две функции определяют лидера. А функцию силы мы делегируем команде. А у меня вопрос, Константин, а какие главные качества на самом деле лидеров тогда в бизнесе? Понимании? Если взять, продолжить тему семьи, о которой вы начали, чтобы как-то закончить там типа гештальт, тогда получается, что лидером в семье может быть любой, независимо от пола и от возраста. Да. Если он выполняет эти две функции, функцию ума и функцию креативности. Это делается с попеременным успехом? Тогда это лидерство меняется. Да, ситуативное на самом лидерство, деле, так и называется. Да, все верно. Хотя при всем при этом, во всем, если взять весь род посмотреть, вот все дерево, кто существует на сегодняшний день и живет, там все равно есть глава семьи, он называется глава рода. Так всегда было на Руси, и не только на Руси. То есть это некий человек, это может быть бабушка, это может быть там прабабушка, это может быть дочка. Но это тот человек, который находится на разводе всех информационных потоков. То есть все на входе и на выходе проходит через него. Кто где учится, кого лечим, кого не лечим, кого там успокаиваем, кого куда отправляем, человек, кого обучаем. Человек, который задает вектор определения, да, уже непосредственно всего остального. Друзья, есть люди, которые не способны воспитать в себе лидера? Вопрос сайта. Конечно, есть. Конечно. Те, кто не хочет это. Да? Было бы что воспитывать. Есть люди, не способные быть лидерами в принципе. В принципе, не способны, это нет. Смотрите, когда мы когда-то были все, сейчас сложно, наверное, всем это вспомнить, но некоторые могут вспомнить, когда мы были сперматозоидами. Мы как уже раз были лидеры. Теми, кто... Уже лидеры. Задается вопрос, мы рождаемся лидерами или становимся? Константин, вы не хотите учить меня быть лидером в семье, научите меня быть лидером на работе, а то вы уже начинаете... Однажды в той гонке, в которой мы уже однажды участвовали, там говорят их миллиарды, мы уже там были лидерами, оплодотворили эту яйцеклетку, и теперь мы спрашиваем, ими рождаются или становятся? Конечно, ими рождаются, но по факту. Ну, да. А рождается кто? Все рождаются.
Потому что тот, кто оплодотворил. Более глубокое, да, вот китайцы, они начинают вести дату рождения с момента зачатия, так, учитывая при этом все те факторы, которые влияют на будущего человека или уже человека, кто как решает, с момента его зачатия. То есть ругался ли китайским матом папа на маму, хорошо ли там коровы поросились и так далее. То есть это же как бы некая совокупность факторов, да, которые уже в утробе матери, да, формируют будущего человека. Ну, дальше, он появляется, на белый свет, и существует какое-то определенное количество лет, там называется до 7, когда те или иные качества у него можно либо усилить, либо наоборот задавить в чем-то. Ну, я не знаю, у меня там подобные вещи происходили с детьми. Там кто-то был излишне агрессивен, кто-то наоборот. Кто-то пошел заниматься единоборствами, причем из девочек, кто-то, наоборот, вышивает гладью. Вот. Как один из методов. Будет ли ребенок, который пошел на айкидо лидером, или не будет, вот чисто даже в физическом плане, сложно сказать. Ну, на сегодня она там выступает лидером класса, но, скажем, используя далеко не физические данные. Ну, например, так это же не обязательно. Да, который уникальный тренер, во всем мире его знают. Когда ему задали вопрос, как вы определяете лидеров, он говорит, мне нужно на это минут 10-15-20, ну полчаса максимум. Говорит, по двум параметрам с любого возраста определяю, кто будет чемпионом, а кто не будет. Независимо там от костяка, сложения и так далее. Вот эти два параметра. Первый параметр – время на восстановление в несколько раз быстрее надо, чем всем остальным. Ну, то есть, вот нагрузки для всех одинаковые, ага. Потом говорят, там, 10 минут отдыха. Угу. Вот через 5 минут этот уже бегает. Остальные, там, команда, она отдыхает. Там, 20 минут отдыха. Через 10 минут этот уже бегает. Все. Он уже ищет, чем заняться и так далее, и так далее. Вот очень простой это фактор. Первое. Это первый. Ага. А второй фактор заключается в следующем. Вы, кто спортом занимается, вы знаете, что такое там выйти в пик формы. Да? Ну, то есть, надо так распланировать тренировки, чтобы в момент там, основных соревнований вы были в пике формы. Так вот, с лидерами проблема следующая. Если всех остальных, не лидеров, надо мотивировать на работу, на занятия, там, на ОФП, на и так далее, то лидеров нужно останавливать. Почему? Потому что как только он отдохнул в два раза быстрее, чем все остальные, он тут же сам, без всех просьб, без ничего, он поднимается и начинает делать то, что он считает нужным. И в этом возрасте или там, в том состоянии у него еще не хватает ума для того, чтобы логику просчитать, логистику вот этого всего, чтобы до соревнований быть в пике. То есть он пик набирает формы раньше. Вот два фактора. Первый. Время на восстановление в несколько раз быстрее, и их не надо мотивировать, они сами себя мотивируют, с ними наоборот нужна демотивация, да. То есть строгий контроль. Вот два Я фактора. Я согласен, что самомотивация – это одно из тоже основных таких факторов. Вы знаете, вы тут говорите, научите. Константин, извините, вопрос к вам из нашей аппаратной. Если продолжить тему Китая, да, и взять даосов, у них есть очень интересная метафора. Они говорят так, если вы хотите быть лидером, ну вот возьмите пример с четырех там животных, да, и вот если вы эти четыре функции себе инсталируете в сознание, и в опыт, и в навык, то вы уже лидер на выходе. Нет, четырех, конкретно. Тигр там и еще. Ну то есть, правильно, на первое место выйдет лев, понятно, царь зверей. Ну, здесь ничего не нужно объяснять, это, ну, вот вся статусность лидера, там, его, там, импозантность, харизма и все остальное. Второе качество, которое нужно в себе развить, это змея, вы, впрочем, правильно сказали, змея, кто такая змея? Это в случае необходимости убийство. Ну, то есть, две маленьких точки, никаких отпечатков на теле, ну, то есть, это способность уволить человека, не физически убить. При этом змея никогда первой не нападает. Совершенно верно, когда ей наступили на хвост, она должна, не задумываясь, моментально ответить. Но она сама первая никогда не нападает. Еще она гибкость, это тоже. Гибкость и так далее. Ну вот дальше функция, есть еще одна. Это функция лисы. Это дипломатия. Ну то есть хитрость. То есть лидерство гибкость. Это гибкость, хитрость, дипломатия и так далее. Ну наконец четвертое это голубь. Тот, который голубь мира, тот, который святой дух. Вот голубь это, вот он должен быть весь таким белым, пушистым, ну как вот у нас на выборы. Когда все идут, вот они у нас все политики, все голуби, мы пишем «Победим коррупцию» там, и так далее, выступаем. Вот, вот мы все голуби. Вот четыре функции. Дальше каждый себя может по там, 10-бальной шкале взять и протестировать. Ну, то есть вот это каждая из этих функций во мне, насколько там баллов развита. И дальше вы получаете программу действий на месяц, два, три, пять, десять. И как только вы четыре качества доводите до 10, по 10-бальной шкале там, до 9-10, ну, вот считается, что вы лидер. Можно идти в депутаты. Константин, я все же хочу задать вопрос из нашей аппаратной. Вот вы сказали про сперматозоид, да, что яйцеклетка априори не готова стать, не может стать лидером. Она лидер бегает. Она просто одна. Когда она была сперматозоидом,
она стала лидером. Ну, то есть тот, кто движется, тот имеет все шансы на то, чтобы стать лидером. Но там, вы тоже это хотели ученые, сказать? Там тоже ученые спорят. Это они сами туда прыгают или она все-таки выбирает? Поэтому вот ученые говорят, что их три туда попадает, а вот уже из трех выбирает... Да. А вот вы с детишками работаете. Как из ребенка воспитать лидера? И надо ли? Вообще лидерам хорошо живется, дети, плохо они живется. Сами по себе лидеры, так или иначе, потому что они открыты, они нет, естественные. Подождите, ну кто-то в песочнице с совочком бежит наперевес и всех за собой зовет, а кто-то послушно бежит за ним. Лидер, он не определяется, послушный или он непослушный. Чаще всего даже наоборот, те люди, которые там не зашорены в каких-то своих рамках, да, готовы что-то новое, правильно, это креативность, да, это ум, сообразительность, они чаще всего выбиваются в лидеры, поэтому это... Не показать. То есть это надо не задавить, что ли? То есть они все изначально лидеры, детки? Да, дети на самом деле изначально лидеры. А чем мы давим? О, кстати, я знаю, Наталья, а мне вот муж недавно рассказывал, он посещал тренинг, и ему говорили, что у нас в детских садах лидерство в детях давят. Если они рисуют квадратное зеленое солнышко, им говорят, иди перерисовывай, желтое и круглое. А в Штатах говорят, ты такой креативный, ты такой молодец, у тебя такое интересное солнышко. Это правда? Я думаю, что это не только к детским садам имеет отношение. Да? У нас, в принципе, мы действительно очень часто мыслим шаблонно. Даже в нашем сегодняшнем разговоре мы взяли очень узкую специфику лидерства, да, и рассматриваем именно ее. И, конечно, креативность в школах, да, вот это достаточно авторитарная система. Детские сады, да, вот те, которые по стандартам образования существуют, они достаточно авторитарны в том плане, что есть правила, которым должны соответствовать. И я не хочу сказать, что это что-то с воспитателями не так, да, или там с нянечки не так с детьми обращаются. Просто правила, которые проще соблюдать. У нас вообще, кстати... Чего не делать? Чего не делать? Не делать. Расскажи, что не делать? Что делать, чтобы... Мне хочется конкретики, понятно, правда, конкретика. Хочется конкретно советовать. Конкретика. Если мы берем педагогику, нужно сделать три вещи. Вот смотрите, первое – это ограничить ребенку рамки. Это делает прекрасно школа и детский сад. Ну, понятно, почему рамки. Иначе он будет у нас асоциальным. Вот эту социализацию проводит школа. Ну, то есть я последняя буква в алфавите, ходить строем там и так далее, и так далее. Раньше думая о родине, потом о себе. Ну, все это прекрасно делает школа. Вторая функция, если мы возьмем лидерство, значит, мы воспитываем определенных лидеров, то есть он Бэтмен. Соответственно, ему нужно определить его проект, кто он по, ну, то есть кого-то в музыкальную школу, кого там в лидеры, кого куда. Ну, то есть по наклонностям, да, кто чем хочет заниматься. Ну, и предоставить ему право максимального развития этого лидерства, так такового, потому что чтобы его не задавить. То есть вот здесь мы давим, вот здесь мы воспитываем Бэтмена. И третье, чего не делает школа, это то, что должны сделать мы все. Это привить ему двойную мораль. То есть научиться, как внутри системы, и дальше опять встает лиса, опять встает голубь, опять встает лев, и опять встает змея. То есть вот наша система образования на сегодняшний день не дает вот этой возможности объяснить ребенку, что должна быть двойная мораль. То есть потому что если ты лидер, ты будешь революционером. Угу. Я помню, как я подкладывал эти кнопки под задницу учительницы. Я помню, как мы кидали эти ножи на переменах в доску и так далее, и так далее. Как мы выкинули... Совершенно верно. Ой, давайте я свою историю оставлю. То есть понимаете, тот, если вот этого всего не разрешать, лидер, он не нарабатывает себе навык. А если это закрыть, то есть лидера нет. Если это открыть, он преступник. Поэтому ребенка нужно научить, как внутри системы оставаться, ну то есть быть системой, но при этом не становиться революционером, но оставаться при этом лидером. Вот три вещи нужно сделать. Вот. Первое делает школа, второе и третье должен сделать кто-то. Взрослый. Родитель. Владимир, вы как любитель и знаток истории, расскажите мне, пожалуйста, роль лидеров в нашей истории. Они все должны быть харизматичны, они все должны быть немножечко сумасшедшими. Кто вообще ваш любимый персонаж? Остап Бендер. Он лидер? Вот был ли он лидер? Или халтурщик обыкновенный? По крайней мере, Кису Воробьянинова он организовал. Повелся. И очень эффективно. Кстати, остальных тоже. А вопрос как бы лидера же в истории, это все относительно. Вот, наверное, самое знаменательное была эпоха лидеров, да? Или эпоха вождей. Возьмем 30-е, 40-е годы, да, там, по сути, что не государство, во главе его стояла личность, причем до масштаба которой на сегодняшний день, вот именно как до личности и как до лидера, не дотягивают, да, Англия, Черчилль, Франция не имела лидера, но далее следовал из той же эпохи Шарль де Голль, несколько запоздало, да, Франция восстанавливалась в Испании, там, Франко, Гитлер... В конце концов, даже у Турции был тот лидер Кемаль Ататюрк и дальше Ининю, и все в ту же эпоху. Как показатель, не имела ярко выраженного лидера Япония, у нее он был коллективный. То есть, по сути, их было два коллективных лидера – армия и флот.
И, собственно говоря, как некий... Вот этап развития вот той же Японии, если брать, да, кончилась для них эпоха лидерства, Японию раскатали под самое «не хочу», причем есть такое ощущение, что это было сделано в том числе и с ведома самих японцев, вот из серии «Интернационала» мы до основания старый мир разрушим, а уже потом построим новый. И экономическое чудо, которое Япония-то, в общем-то, в свое время миру явила, корни-то идут оттуда. То есть они действительно разрушили все то, что составляло, скажем так, некую идейную и техническую основу их цивилизации, которая, ну, достаточно резко отличалась от всего остального мира. И разрушив это, они создали новое. И японское чудо, оно было тем первым экономическим чудом, которое вообще после Второй мировой войны свершилось. Владимир, а все же, я вот хочу перейти к вашей личности. Я думала, вы будете спорить с нашими экспертами, говорить, лошади, львы, змеи, да все по-другому у меня было. Вы как в себе воспитывали лидера? Правда у каждого своя, то есть о чем спорить? Если человек говорит, это, наверное, у него наболело. Да я его в себе, честно говоря, не воспитывал. Просто если сравнивать, вот что мне как бы дало те качества, которые там позволили что-то итогово в своей жизни получить, наверное, это была армия. Причем это была обыкновенная, суровая там, вот, действительность на тему «ночью вставай, иди пол мой». Ну, хочешь, ты идешь, пол моешь. Не хочешь, ну, значит, надо в один момент двинуть кому-то по морде, далее потерпеть, когда несколько человек делают все то же самое с тобой. Вот, потом, когда им надоест, уже к тебе никто не лезет. Дальше ты сам решаешь, или ты живешь себе тихо и спокойно, либо начинаешь, собственно говоря, заставлять пол мыть кого-то еще. А лидер должен уметь принимать непопулярные решения? Ну, безусловно. И как этому научиться? Ну, как этому научиться? Вот сложно сказать, как этому научиться. Вот, допустим, мы сейчас сталкиваемся со многими популистскими решениями. В ходе предвыборной ли кампании, в ходе ли чего-то еще. И далее простой экономический подсчет того, что мы должны сделать вот эти вот вещи, показывает их полную несостоятельность. Ну, ненужность. Нужно иметь в себе силы отказаться от этого или не нужно? Ну, или человек это делает... Я вообще считаю, надо за рамки выходить. В этом качество лидера креативности, потому что чаще всего это загрывает. Вот легче всего, вы тут сидите, просто надо выходить за рамки. На самом деле лидер тот, кто выбирает и начинает делать, вместо того, чтобы как долго думать. Как выйти за эти рамки, если они стоят? Как просто увидеть? Выбрать. Вот рамки начинаются именно с того, что рамки морали. То есть существует некая общепринятая мораль. Не переступив ее, лидером стать невозможно. То есть вот о чем говорилось, необходимо понимание двойной морали. Да? Там крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, да, что такое хорошо, а что такое плохо. Так вот, для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо. По-другому быть не может. То есть там условно, если мне в чем-то становится хорошо, не факт, что от этого кому-то плохо. Ну, условно, там, заняв какой-то очередной сегмент рынка, это, по сути, равно тому, что ты у кого-то кусок хлеба отобрал. Ну, в него тоже кто-то стремится. Другой вопрос, если лидер способен создать тот рынок, на котором никто не присутствует. Это как бы достаточно редко и уникально. Но, тем не менее, такие примеры есть. Вот начинать надо именно с этого. Наталья, а что делать людям, которые по натуре лидеры или не лидеры? Но в жизни занимают совершенно по воле обстоятельств, совершенно другое место. Это вообще чревато для их здоровья психического, физического. Но вообще, если человек страдает от той деятельности, которой он занимается, это, безусловно, чревато. Он устает больше, у него эмоциональный фон не такой веселый, да, он не получает удовольствия. Конечно, начинает это как-то компенсировать. Я хочу ответить на вопрос, что делать, да, вот для того, чтобы лидерство развивать. Вот, коль мы про детей говорили, классный способ... привить детям вот эти лидерские качества, когда родители в семье будут видеть те ситуации, когда ребенок какую-то инициативу проявляет. Да? Он говорит, да, а давайте сегодня все пойдем, ой, что это у меня, а пойдем сегодня все в кино. Родители же что сейчас? Да ну, я с работы пришел, мне скучно, что ты какую-то ерунду придумал. Все, в следующий раз ребенок уже не будет предлагать. Вот эти моменты очень важно вычленять, видеть и поддерживать. Да? Это не значит, что каждый раз идти у него на поводу. Безусловно, нет. Да? Но искать... Либо хотя бы свалить, ты такой молодец, похвалить, ты такой да, молодец, предложить какую-то альтернативу. Слушай, ну сегодня очень устала, давай завтра сходим в это кино. Да? Или не в кино пойдем, а дома фильм посмотрим. То есть ребенка важно поддерживать. Да? Как знаете, обычно взрослые жалуются уже на родителей.
родителей. Вот вы нам в детстве диктовали, как жить, рассказывали, что правильно и неправильно, а теперь жалуетесь на то, что мы не можем самостоятельно принять ни одно решение. Двойной морали-то не привили. Да. Меня вообще, честно говоря, смущает этот термин «двойная мораль». Если у нас присутствует интерес к себе, высокая самооценка и самоуважение, и точно так же мы относимся к другим людям. Мы интересуемся ими, мы уважаем их, да, и относимся вот, с уважением к их желаниям. Тогда двойной морали просто не надо. Тогда мы, вот именно за нами, тогда люди и хотят идти. Когда Наталья, вы извините, я вас перебью. Да, мне давайте. Редакторы подсказывают, что двойная мораль – это очень хорошая тема для следующей передачи. Серьезно, я не вру нисколько. У нас передача про ложь завтра. Да, поэтому давайте оставим на следующую передачу, чтобы было про что говорить. Ложь – это другое. Не надо. Это уже подмена понятий. Константин Сергей, какие-то практические упражнения есть? Для того, чтобы понять, я вообще лидер по натуре, надо мне это, не надо. Люди же иногда теряются, правильно? Конечно. Все лидерами хотят быть, а надо ли оно? Я думаю, во-первых, не все хотят, это раз. Во-вторых, надо понять, зачем, потому что одно из первоначальных, да, это точка стояния, там, где ты находишься. Ты должен понять, на самом деле, какие у тебя качества сильные, да, в данный момент, неважно, в какой возрасте ты решил, да, стать лидером, и понял, для чего тебе это надо. Вот. А во-вторых, посмотреть свои зоны роста. Ну, как это сделать? Самое элементарное – это там колесо жизни. Когда чертите, условно говоря, там 8 линий, да, напротив каждой линии пишите определенное качество, либо сферу вашей деятельности. И оцениваете, условно говоря, сейчас свое удовлетворение от 1 до 10. У вас получается там… Я поняла, какая-то кривая. Да, какая-то кривая. Вот это колесо, с помощью которого вы катитесь по жизни. Сразу видно… Где хромаете, где хорошо. Да, то есть за счет чего, то есть какие сильные качества вам надо сейчас, ну, на них опереться для того, чтобы зоны роста подтянуть, да? И не обязательно, может быть, это сделать 10 баллов, чтобы все. Для того, чтобы достаточно, может быть, там на 3 баллах все равномерно распределить, тогда колесо. Константин, к вам хочу обратиться и задать последний вопрос. Вы сказали про животных, когда рассказывали, почему-то первым назвали льва. Ну, да, это представительность, считать, харизма. Это, если маршал, харизма, президент, это вообще должна присутствовать? Что-то интересное должно присутствовать в облике лидера? Или это совсем не обязательно? Он должен быть привлекателен? Желательно. То есть, интерфейс у него должен быть как минимум дружелюбный. То есть, если встал с утра, как-то не особенно себя нарядил, привлек внимание, то уже сложнее будет завоевать какие-то лидерские позиции среди масс? Мы говорим о харизме, мы говорим о свете. Свет некий, я не знаю, энергии. То есть, когда вот драйв у человека, и когда он светится изнутри, то при этом, наверное, не совсем важно, какого он роста, какая у него фигура и как он выглядит. Мотивация опрятно все-таки нужна. Элементарно, это есть двойная мораль. Но когда вас внутри прет, вы светитесь. И когда вы светитесь, это видно. Это видно это всегда. И самое главное, должна быть цель. Вот неважно, да, можно там из бизнес-тренингов, да, по смарт-задаче, можно простая. Вот хочу пить там через день Hennessy XO. И дальше начинается простая математика. Сколько стоит XO, что тебе нужно для того, чтобы на это заработать. У нас заработать, будет передача про целеполагание. И так далее. Не, это вы так развивать... начинали с Hennessy, с цели про Hennessy? Нет, у меня была кожаная куртка. Слушайте, с кожаной куртки такие великие дела начинаются. Ну вот у меня в 92-м году была кожаная куртка, а потом уже квартира. Друзья, я вынуждена попрощаться, пока наши гости, да, будут прощаться со мной друг с другом, я предлагаю вам посмотреть наш традиционный опрос, что думают о лидерстве жители города Екатеринбурга, хотят ли они сами быть лидерами. Я прощаюсь с вами до завтра, всего вам доброго, хорошего вечера. Большинство людей думает, что лидерские качества – это врожденное, но работодатель думает иначе. Так ли это на самом деле и как воспитать лидерские качества, мы спросили у наших горожан. Ну, когда проявляется в коллективе лидер, его нужно отправлять на различные тренинги, мотивации, чтобы это лидерское качество в нем дальше развивалось. Это зависит от специфики коллектива, специфики деятельности. Но я думаю, что главное, чтобы человек был специалистом на своем месте. Во вторую очередь. Учиться самостоятельно принимать решения, брать ответственность и принимать ответственность, соответственно, за действия других людей. Причем он будет уверен в правильности своих решений. То есть я считаю, что у него есть все шансы стать лидером. Но это должен быть, скажем так, человек плана... зажигательного, умеющий увлечь, умеющий зажечь свои идеи, этому тоже учат. Не надо. Умный должен быть один.
Во-первых, нужно работать над собой, самообразовываться, а потом есть специальные, значит, у нас сейчас, ну, не службы, а организации, которые занимаются тренингом, всем это, конечно. Но вообще-то это начальная стадия, это личное качество. Я это по себе взяла. А никак их не воспитаешь. Лидер сам по себе должен рождаться. Люди сразу такие, вы знаете. А воспитывают только, знаете, те нагрузки, которые нам приходится переносить. Вот и все.